Итак, сейчас обзор завтрака в отеле Шуга Марина Сюрф. Начинаем мы со сладостей. Это вафельки. Рис. Курочка. Вкусные вот такие манты сдобные. Курочка, картошечка, котлетки, салатики. Соусы всякие разные, фруктики, арбузики здесь иногда, мед, молоко, шейки всякие разные, и сок. Сегодня апельсиновый, вчера тоже был апельсиновый сок. Нутелла там и все остальное. Сегодня мы разберем отель Surf Marina Club, отель, который мы выбрали в Таиланде, в Пхукете. Ближний, самый ближний пляж – это Ката, это пляж Ката, вот, и Ката Ной. Но в пешей доступности только один пляж – это Ката. В той стороне у нас находится речка, через которую проходишь к пляжу. Вон пальмы, вдалеке видно, это уже пляж. Вот, если вы хотите, не хотите идти по речке Вонючки, нужно обходить этот пляж с левой стороны и либо с правой. 10-15 минут ходьбы, а так… Если обходить, минут это 25. В другой части у нас основная дорога, которая ведет ко всем туристическим местам на Пхукете. Вот, ну, соответственно, там же аэропорт. Вот оттуда мы приезжаем сюда. Вот он, наш отель. Он, видно, вырос еще один отель выше. Почему мы выбрали отель Surf? Потому что он, у него определенный есть стиль. Он такой, какой-то футуристичный, нестандартный. Ну и, соответственно, подход мы решили, что будет нестандартным. Поэтому и выбрали этот отель. Вот здесь есть парковка для мопедов. Мы арендовали мопед на 7 дней и ни разу его не тронул. Единственное, его переставляли на другое место для нас. Ну, собственно, вот так живописно. Вот эти все окна, они, обрамление у них из настоящего железа, которое ржавеет в некоторых местах. Ну, это смотрится тоже очень круто. Ну и, соответственно, вот все, что мы видим, это настоящие живые растения. Вот такая крутая фишка у них, водопад такой. Все, мы заходим. Здесь можно ноги помыть, кстати. Мы заходим. Вид сразу у нас на кухню, ну, на столовую. Вот заходим сюда, с левой стороны у нас лобби. Вот. И бассейн с той стороны. Ох, птица. Есть два варианта у нас выйти на бассейн. Это либо направо идти, либо налево. Лифт два здесь, с этой стороны и с той же стороны, с противоположной. Так, идем дальше. На бассейн. Изнутри такая территория нашего отеля. Бассейн 1,20 м или 1,30 м. Были там, выходили на бассейн, теперь идем в противоположную сторону. Если вам станет скучно, можно смотреть здесь телевизор. Обычно здесь с гидами разговор идет. Вот сразу первая комната, это спортивный зал. Он небольшой, вот он весь спортивный зал. Больше ничего здесь нету. Три снаряда, 4, 5, 6 и гантельки. Вот такие. Прохладно всегда здесь, кондёр работает. Ну, зал работает с 7 до 8 часов. Вот. Сразу другая температура чувствуется. Идем дальше. И с этой стороны, и с противоположной стороны есть вот такой выход. Можно, ну, выйти вот этому лягушатнике покупаться. Не знаю, зачем он нужен, но смотрится красиво. Вот. Идем дальше. Здесь у нас столовая. Какие такие заказать? Вот 80 бат арбузный, ананас, 100 манго. Томатный даже можно заказать. Идем дальше. Wave называется кафе. А мы видим еще один лифт. Вот он. Все сенсорное. Но сейчас мы на нем поднимемся. Ну и также пешком, если хотите пройтись, можно здесь пройти. Здесь у нас проход еще один. Сейчас покажу, что там. И здесь у нас туалет. Женский и мужской. Вот реагирует он на движение. Можно помыть ручки. Там. Ну, если вдруг там, например, я сюда часто захожу, когда руки заморал, например, в этом, на завтраке. Вот в отель входит только завтрак, больше ничего не входит туда, имейте в виду. Так, что здесь у нас?
Здесь у нас еще один спортивный зал. Тут можно побоксировать. В принципе, очень хорошие груши. И такой выход на бассейн. Потренировался, побоксировал и выбежал на бассейн. Очень круто, по идее. Перчатки профессиональные, хорошие, кожаные. Прям можно позаниматься. Если есть спарринг-партнер, можно даже поспарринговаться. Класс показывает сенсей Илона. Вот, все. Давай, теперь бей левой, правой. Хоп. Вот наш номер. 24/4. Вот так выглядит ванная. Комната. Чуть такое стекло красивое. Вот. Включатель. Раз. И два. Основной свет. Вот. Ванная, в принципе, душевая. Заставочка. Все. Настоящая камера. Вот такая декорация. Серф. Все деревянное. Огромное зеркало. Вот такую штучку стелят каждый день, новую, убираются каждый день, нормально. Вот такое зеркало красивое, большое. Зонтики есть, пляжная сумка с пляжными принадлежностями, чтобы можно было лежать на песке. Бар каждый день пополняется вот этим вот. Вот спрайт, колу ложат, сок и орео одно и то же ложат. Все, больше ничего не меняют. Из еды меняют полотенца каждый день. Вот, в общем, здесь сейф, просто вводите пароль и лог нажимаете, он запоминает этот пароль и им пользуетесь. Так, идем дальше. Вот такие декорации красивые. Доска для серфинга. Настоящие акули челюсти. Очень прикольно. Вот сюда ставим ключик, чтобы все заработало. Так, теперь, ну, вот он, потолок красивый. Здесь кондиционер спрятан. Вот, кровать нам уже меняли, возможно, меняют чаще даже, вот, видно, наволочки сегодня поменяли нам, вот, а потом убираются каждый день, кондёр здесь включается, телевизором мы вообще не пользуемся, вот на иглу, вот, ну, мусорка еще одна стоит, ну, и вот, в принципе, все, там розетка есть, вот такая красивая декорация, здесь стол, стул один, стоит. Вот включатель это для балкона. Вот можно закрывать зачем-то. Вдруг кто-то с балкона залезет. И вот, собственно, сам балкон. Стульчик. Есть вот он, светильник. И вот такая красивая штука. Вид, конечно, у нас так себе, наверное. Вот, вот он, отель строится. И вот там еще один отель строится. Все, вот так выглядит наш отель. Идем дальше. Всего в отеле 5 этажей. Мы расположились на четвертом. Вот такой вид у нас из окошечка. Нам понравилось, мы здесь уже отдыхаем 11 день. Завтра у нас вылет. Убираются часто. Единственное, не забывайте переворачивать вот эту штучку. Тогда призмы и капру, они будут убирать постоянно. А вкусно всегда на завтраках. По самому отелю все чисто, вода чистая. В принципе, в Таиланде достаточно чисто, мне очень понравилось. Спасибо за просмотр. Успешного выбора вам отеля. Пока.